Спорт не только закаляет, но и семьи укрепляет. В Славянске на Кубани прошли семейные спортивные игры «Стартуем вместе». В зачет спартакиады физкультурно-спортивных клубов по месту жительства под девизом «Живая память поколений». Перед началом соревнований всех гостей и участников порадовали своим выступлением воспитанники детской школы искусств имени Григория Пономаренко. После чего соревнования стартовали. 15 славянских семей в этот день показали свою сплоченность, боевой настрой и физическую подготовку в троеборье, прыжках с места, качании пресса, дартсе и легкоатлетической эстафете. Чтобы стать лучшими в соревнованиях, участники прикладывали максимум усилий и старания. Соревновались семьи не только в спортивных состязаниях, но и творческих. Участники подготовили стенгазеты, в которых рассказали об истории своих семей и спортивных достижениях. Побороться за звание победителей семья Клюшниченко приехала из станицы Анастасиевской. Правда, высокий результат для них не главное. Они больше наслаждались тем, что участвуют в соревнованиях всей семьей. Хорошее настроение. У нас ребенок всегда мечтал выступить в подобном соревновании, видя по телевизору какие-то соревнования. Ну, мама, ну когда? Ну я так хочу выступить. Когда-нибудь, говорю, придется. Вот так и получилось. Конечно, когда нам предложили, мы сразу воспользовались этим случаем, с удовольствием приехали. Надеюсь, вообще хорошее настроение-то, во-первых. Ну а там уже участие. Вернее, победа не важна однозначно. Главное участие. По итогам соревнований определили самые спортивные славянские семьи. Первые места присудили в нескольких номинациях. Команда, в которой ребенок-девочка, победила семья белых. В номинации «Команда, в которой ребенок-мальчик», победителями стали семья Кукса. В конкурсе «Стенгазет» победила семья Капитанец. Как рассказали победители, атмосфера спортивного соперничества, присутствующая на соревнованиях, не только способствует сохранению и укреплению здоровья детей и взрослых, но и еще теснее сплачивают семьи. Вообще поехали, как бы просто предложили, мы поехали. Но очень понравилось. Атмосфера и вообще, ну, все понравилось. Интрига была, когда кубки вручали, и когда бег был тоже. Интрига. Понравилось. Все замечательно. Приедем на следующий год, если еще раз позовут, приедем обязательно. Победителям соревнований «Стартуем вместе» вручили кубки, грамоты и памятные подарки. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».